И это самое лучшее обновление в истории Армазинг Симулятора. С помощью этого обновления ты сможешь получить самых крутых питомцев на миллионы силы. Ну а тебе приятного просмотра. Но в этом видеоролике я хочу разыграть совершенно бесплатно вот такого радужного динозавра. У него статы 648 тысяч. И если что, чтобы поучаствовать в этом конкурсе, ты должен первым подписаться на мой канал с колокольчиком. Обязательно набрать под этим видеороликом за 1 час 500 лайкосиков и написать свой никнейм в комментариях от Roblox. Если ты хочешь получить бесплатно от меня питомца, ну а тебе приятного просмотра. Ребята, всем привет, и вы на канале Дабон. И неужели у нас долгожданная вышла обновка? Это у нас пятый мир, Dino World. Там, ребята, я думаю, многое все ждали этот Dino World, потому что там у нас просто такие крутые, крутые питомцы. Это первый крутой мир. Также, ребята, хочу вам сказать, эта обнова у нас, эта обнова, она очень долго была, в том плане, что эта обнова выходила, ребята, у нас, в принципе, должно быть обнова как в 17:00, но она вышла в 19:15, потому что у нас, ребята, разработчики снова, в принципе, кое-что накосячили, и у нас не, ну, они там что-то баги какие-то не могли придумать, что-то не могли вот эту штуку сделать, она даже до сих пор не работает, ребята. И вот, в принципе, вот они новое добавили, но я почему-то, ребята, не могу этого сейчас, а нет, кстати, поломал. Это очень долго, почему так долго, ребят, это очень много, ё-моё. Вот, даже вот тут я ничего не могу сделать, почему? Ну, короче, одни баги в этой игре снова, ну, делаются. И, ребята, давайте зайдем в мой инвентарь и посмотрим, какие у меня питомцы. Заходим, и у меня такие же питомцы на 480 тысяч статов. Да, это просто золотые питомцы, это еще, в принципе, не воют питомцы, как у нас вот такие. Даже это не гост, не рэбы в питомце, ребята, у меня просто их полно. Посмотрите на этих питомцев, мы дальше, короче, всех перекрафтим просто. Мне, в принципе, знаете, какие питомцы вообще не нужны? Мне не нужны вот такие питомцы на 240 тысяч, да? Вообще, вот этих ударяем и поударяем вот этих, потому что мне вот эти вообще никак не нужны. Мне нужны только вот эти питомчики. И вот, ребята, напишите в комментариях, хотите ли вы за то, чтобы я запустил разочек вот таких вот питомцев? Я думаю, я вот все эти коины потрачу и сделаю себе самых крутых питомцев, ребят, так что не пропускайте раздачу. Вот подписывай мой канал с колокольчиком. Это обязательно, чтобы не пропустить себе раздачу. Каждый, вот кто был на стриме, получит питомца. Вы будете мне в личные сообщения писать. И даже, ребята, если вы хотите вот просто... вот, смотрите, если вы хотите получить от меня бесплатно вот таких вот питомцев, знаете, вот на 440, на 480 тысяч, заходите в мой Discord сервер. Если что, ссылочка в описании, даже у вас прямо на экране, вот, в принципе, ссылочка, мой Discord сервер, там у вас будет конкурс на вот эти вот, ну, в принципе, таких питомчиков. Так что, ребята, заходите, участвуйте, бесплатно каждый сможет получить питомца. Теперь давайте мы поговорим насчет вот этих вот, ребята, мамонтов, вот этих боссов. Ребята, просто посмотрите, знаете, что я могу? Я могу вот этого вот босса победить вообще на изи. Вообще, просто, как нифиг делать, ребята, я его побеждаю, я получаю 18 QI, по-моему, да? Вот это тоже могу... А, нет, этого босса я не могу побить, потому что надо 180 QI, меня быстренько побеждает. Ну, кстати, давайте это сейчас сравним. Сколько я буду получать вот с этого босса, и сколько я буду получать с последнего босса на, в принципе, на бункере. А, вот так, 18 QI, да? И сколько я буду получать, ребята, на бункере? Давайте сейчас посмотрим, так, на бункере телепортируемся. Идем на Бутан Кинга. И давайте посмотрим, сколько я тут буду получать. Вот раньше я получал там 18. Сейчас сколько тут я получу? Я получил 480. Стоп, подождите, ребята. А, ребята, вообще я запутался. А в чем прикол, ребята? Я очень запутался. Так, стоп. Вот это, говорят, сильнее, чем вот это гем. Подождите, ребята. А, реально, вот эти вот, ребята, намного хуже, чем вот эти. То есть, эти сильнее, чем вот эти. Это снова баг игры, ребята, видите, он на 30%, а это на 20%. Значит, короче, повыбиваем сейчас себе питомчиков и посмотрим, что нам выпадет, да? У нас, в принципе, такие питомчики выпадают очень много, очень-очень много. Это просто офигенные такие питомчики. Давайте сейчас себе еще раз так пооткрываем. Я хочу просто сделать себе фул тиму на Т-рексы вот такие, потому что это очень прикольные питомчики, мне очень сильно нравится. И я думаю, в принципе, если так будет, очень офигенно будет, потому что у нас там статы на по миллиону вот эти питомчики. Так, стоп. Ага, все, you need more storage. Ага. Мне, то есть, мне придется сейчас покупить еще вот это вот, в принципе, больше себе вместимость инвентаря. Так, давайте еще открываем, потому что я хочу себе гем Т-рекса выбить, потому что у него статы будет на 1,5 миллиона. Это очень много. И я думаю, ну, достойно лайкосика. Это просто, это сразу же попали в новый мир и сразу себе такие крутых питончиков. Я думаю, в пятый мир могут попасть вообще единицы. Это, к сожалению, что единицы смогут попасть, да.
Так, давайте так, ага, все. Теперь еще Craft All нажимаем. И давайте сейчас сделаем еще Craft All, да? И сейчас нажимаем Equibest, и все. Просто, ребята, посмотрите, у меня full тима вот таких вот huge game стеродактер. Давайте посмотрим, как они выглядят, да? Так, как они выглядят, все, Fewer Pets. И, фу, нифига себе, это что такое? Кстати, понравились, что, ребята, в бункер, да? А нет, не в бункер, мы сейчас, короче, ребята, пойдем на бич спавн. И давайте сейчас, короче, их сделаем просто себе такими питомчиками, именно вот такими, да, ребята? Давайте, конечно, сейчас сделаем себе таких вот тирексиков на вот таких штук. Давай, 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 закидываем их. Так, а почему? Стоп, подождите, а что я не могу сделать их, да? Так, еще раз закидываем. Давайте сейчас вот этих закидываем, вот этих тоже закидываем, вот этого. Так, стоп, вот этого тоже закидываем, чтобы он был, ребята, войдом, и мы могли вот таких питомочков вообще очень-очень круто сделать. Понравились, что ли, их сделаем золотыми, да? Так, в бункер пойдем. И понравились, короче, попробуем сделать какие-то прикольные. А, стоп. Ага, вот все, мутация пошла. Так, как они их называли, да? Как, стоп, какие-то питомчики у меня. Такие вот, да. Давайте, короче, попробуем сейчас себе сделать какого-то крутого питомчика на Рэмбо. Давайте посмотрим, так. Давай, пожалуйста, о, красавчик, радужный нам выпал. Так, давайте сейчас мы делаем вот такого себе. Пожалуйста, радужный, давайте, радужный. Еще раз радужный. Давайте, пожалуйста, посмотрим на сады, да? Так, все. Вот так делаем. Так, стоп, ну ё-моё. Так, делаем себе и пос... 648 000. 648 000 стадов, это что-то нечто. Вот сколько будет на гост? На гост, наверное, около миллиона будет. Это очень офигенно. Я думаю, это заслужит лайкосика. Пожалуйста, поставьте лайкосик. Это просто, ребята, потому что я вот просто почти единица могу попасть в пятый мир. И я для вас сделаю такие конкурсы на вот таких питомцев, ребята. Так что заслуживает это лайкосиком. Но это... Ну а мы теперь заканчиваем этот ролик, подходит к концу. Если понравился видеоролик и хочешь получить бесплатно от меня вот такие вот просто три радужных вот такие вот такого питончика, пожалуйста, подпишись на мой канал и поставь лайкосик. Ну а мы теперь прощаюсь, всем пока-пока.